А вы знаете, кто такой архитектор пути клиента или архитектор туннелей продаж? Это человек, который объединяет в себе знания таких специалистов, как SEO-шник и контекстолог, email-маркетолог, копирайтер, пиарщик, таргетолог. А теперь немного подробнее. Для начала архитектор создает фундамент, проводит глубокий анализ ниши, темы и конкурентов, определяет наиболее перспективную целевую аудиторию, прорабатывает и создает ваш образ эксперта, разрабатывает лид-магнит, подбирает товар-ловушку, определяет ключевой оффер. На втором этапе он создает дизайн пути клиента, разрабатывает линейку продуктов, формирует продающую упаковку, составляет увлекательные тексты и подбирает картинки, отрабатывает возможные возражения клиентов, создает цепочку писем, повышающих осознанность потенциальных клиентов. Само собой разумеется, что архитектор пути клиента собирает туннель продаж. Он создает макет туннеля, вставляет соответствующие блоки, подключает нужные ссылки и документы, указывает название кнопок, подсоединяет платежную систему, настраивает сбор данных, тестирует готовый туннель. Такой специалист с легкостью настраивает трафик, выбирает оптимальные каналы для рекламы, готовит объявления, пишет интригующие тексты, подбирает иллюстрации, составляет продающие анкеты. В дополнение ко всему сказанному, архитектор на «ты» с Фейсбуком. Он разрабатывает небольшие сайты, тестирует вебинарные комнаты, продумывает и составляет ответы для чат-ботов. И все это с гарантией результата. Заинтересовало? Подробности в PDF-инструкции. Перейдите по ссылке, выберите мессенджер, скачайте инструкцию, не указывая телефон или email. Удачи!